Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке АО «Коммерческий банк Хлынов». Финансовые, государственные, муниципальные услуги. Окна МФЦ. Один банк. Все услуги для бизнеса. Он надежный. На него можно положиться. Доверяю ему, как проверенному деловому партнеру. Он помог мне встать на ноги. С ним я сделала свой бизнес успешным. Банк Хлынов. Банк Хлынов. Мой надежный бизнес-партнер. Подробности в офисах банка на сайте bankifislynov.rf. Коммерческий банк Хлынов. Акционерное общество. Лицензия СБРФ номер 254. Ну, 12.07. В Кирове продолжается программа «Дневной разворот». По-прежнему в студии Александр Осохин. И Светлана Занько, и мы обещали подвести итоги опроса прошлого часа. Процесс ремонта дорог в Кирове наблюдаете вы, либо не наблюдаете? Я смотрю результаты ВКонтакте. На последней строчке лишь 11% проголосовали за вариант «наблюдаю процесс ремонта дорог» и результатами удовлетворен. А на первом месте практически 41% «не наблюдаю». Где дорожники? Знак вопроса. И поровну на втором и третьем месте наблюдаю, но работают медленно, и наблюдаю, но есть претензии к качеству. Дорожники по ночам работают. На сайте hakirova.ru на первом месте по-прежнему наблюдают, но работают медленно. На втором месте результатами не удовлетворены граждане. Дальше претензии по качеству и тоже вот не наблюдают, есть 11% ответивших. Ну что, эту тему закрываем. Закрываем, да. Закрываем и переходим к следующей. Футболу. В которой ты больше понимаешь, Саш, чем я. Но я буду все равно тоже спрашивать. Ну что, у нас Евро сейчас идет. Первый финалист определился. Португалия обыграла Уэльс. Накануне, сегодня Германия, Франция, кто-то из них выйдет в финал. Но с европейского футбола перейдем на кировский. Говорят, Германия. Давай спросим нашего гостя. Германия или Франция? Я стараюсь прогнозы не давать, но обе команды достаточно хороший футбол показывают на Евро, и обе команды достойны финала. Вот, Сегодня будет великолепный матч. А вы за кого будете болеть? Я буду болеть за обе команды, потому что Франция симпатизирует по игре, Германия традиционно показывает стабильные результаты и симпатизирует модель футбола, которая работает в Германии последние годы. Вот все, сразу понятно, что говорит человек от футбола. Сергей Воронин, вице-президент Кировского футбольного клуба «Динамо». Здравствуйте, Сергей Михайлович. Да, будем мы говорить про результаты «Динамо» в прошлом сезоне, про будущее и про настоящее, потому что Кировская «Динамо» получила лицензию и стартует подготовка к новому сезону. Были вопросы, продолжит ли выступать «Динамо» после сезона, в котором из 27 матчей клуб одержал лишь одну победу, набрал 9 очков, занял последнюю строчку в турнирной таблице второго дивизиона зоны Урал-Поволжья. И были вопросы и предположения, что, может быть, клуб покинет профессиональную лигу, профессиональное первенство и перейдет на уровень любительских. Но все-таки аккредитацию прошли. И следующий сезон стартуем также во втором дивизионе. Мы стартуем во втором дивизионе. Действительно, мы прошли лицензирование в Российском футбольном союзе, но слухи – это всего лишь слухи. На сегодняшний день количество команд в профессиональном футболе сокращается, но покидают они профессиональную лигу не по спортивному принципу, а скорее там по финансовым и иным причинам. К сожалению, количество участников с каждым годом сокращается. В этом сезоне «Динамо» Киров ниже 9-й строчки уже не опустится, потому что всего 9 команд. Надеюсь, что мы постараемся подняться выше. Но сразу хотелось бы обратить внимание, что последние годы мы тоже стараемся концепцию развития клуба задавать в том русле, чтобы больше появлялось местных воспитанников, чтобы ребята приходили в команду, пробовали свои силы и пытались заявить о себе на профессиональном уровне. Самое лучшее смогут попытать счастье в более сильных клубах, но дать возможность нашим местным мальчишкам заиграть в футбол мы просто обязаны. Это одна из основных задач футбольного клуба. Но я думаю, мы сегодня поговорим еще о составе на следующие сезоны и, может быть, о каких-то трансферах и воспитанниках. Но все-таки разговоры, которые шли о том, что «Динамо» может скатиться в любительскую лигу, у них что есть какой-то фундамент. Но все-таки покинуть второй дивизион, по моему мнению, это все-таки в классе команда теряет. И
Эти подозрения обоснованы? Эти опасения были? Ну, подозрения как? Конечно, на сегодняшний день количество партнеров клуба, оно минимальное. На сегодняшний день администрация города Кирова, Кировская городская дума являются основным гарантом выступления футбольного клуба в профессиональном футболе. А что это значит, Сергей, что должны быть партнеры, которые будут гарантами выступления клуба в профессиональной лиге? Это значит, что каждый футбольный клуб, в принципе, должен стремиться к тому, чтобы заработать на рекламных правах, на билетах, на каких-то других вещах, которые составят не только там бюджетную часть дохода футбольного клуба. Именно это обеспечивает удержание этого клуба в профессиональной лиге? Для участия в любой лиге, конечно, требуются средства для участия. И в российском футболе достаточно много клубов, где основную часть нагрузки, конечно, используется... Практически все. Ну, не практически, но достаточное количество. Ну, да, либо какие-то люди, которые там, я не знаю, очень богатые люди, которые финансируют клуб, правильно, ну, да, я понимаю? Да, у нас в России, скажем так, даже топовые клубы «Зенит», «ЦСКА», «Спартак», они за счет коммерческих прав, за счет рекламных контрактов тоже не обеспечивают окупаемость. То есть «Газпром», «РЖД», «ВТБ», это в целом такая ситуация с футболом в нашей стране? Я здесь, наверное, пока не стал бы говорить о конкретной ситуации, потому что анализ итогов выступления на чемпионате Европы, думаю, что нам будет представлен на конференции Российского футбольного союза в сентябре этого года. И тогда специалистами РФС, со специалистами Минспорта нам, скажем так, будет предложено проанализировать итоги выступления и сделать соответствующие выводы. А скажите, пожалуйста, какую финансовую подушку нужно представить для того, чтобы принять участие в первенстве страны? То есть что вам позволило лицензироваться? Что вам нужно Какие условия показать? Необходимо выполнить для этого? Я воздержусь от конкретных цифр, но, конечно, есть... Но они какие-то ведь известные, наверное, нет? У каждого открытые? Клуба свои цифры, но, конечно, большинство клубов там начинают бюджеты там, от 50 миллионов второй лиги, да? То есть это сейчас, да, в футбольном клубе «Динамо», конечно, значительно меньше бюджет клуба, мы не можем себе позволить это. Но вот еще, допустим, даже 5 лет назад профессиональная футбольная лига четко следила по исполнению вот этой наполняемости бюджета. Сегодня, к сожалению, другие клубы по стране, они тоже далеко не всегда могут исполнить эти обязательства, поэтому здесь уже лига более лояльно к этому подходит. То есть у всех, у многих клубов, ну, конечно, сейчас, по всей стране, конечно, клубы теряют, и опять же, если мы там прошлые годы конкурировали с клубами, у которых там бюджеты у некоторых там превышали 100 миллионов, ну, тяжело же конкурировать. Mm-hmm. Они могут позволить пригласить более квалифицированных игроков и вкладывать в свой там футбол гораздо серьезные средства. Ну, не секрет, что проблемы у кировского спорта, у рядов видов спорта в плане финансирования, и «Динамо» не исключение. И вот в декабре прошлого года пресс-атташе кировского футбольного клуба Эдуард Пенюкжанин заявил, что «Динамо» надеялась на помощь Лузянина после его освобождения. Ну, мы знаем, что Сергей Лузянин скончался. И сейчас есть ли какие-то предприниматели, какой-то бизнес, который, ну, выделяет средства, помогает как-то контактами или еще каким-то образом? Значит, вот закончу предыдущий немножко вопрос. Да, то есть важно не сколько у клуба бюджет, да, а каким образом средства бюджета расходуются. Потому что мы видим, что клубы там премьер-лиги, первая там четверка клубов футбольной национальной лиги, очень много тратит средств на заработную плату игроков, на трансфер, чего не могут позволить клубы второй лиги. А это не помогает нашей, например, сборной. Да. Очень много денег тратить на зарплаты игроков. Это, да, еще то есть другие это вещи, не правда? Касается клубов второго дивизиона, по большому счету, всех, и это абсолютно не относится к клубам любительским, к спортивным школам и прочее. То есть, опять же, задача наша, те средства, пусть достаточно скромные, которые мы получаем, мы тратили именно внутри региона, на развитие футбола внутри Кировской области. Вот ключевой момент. Что касается, кто сегодня помогает и какие партнеры у нас там могут появиться.
Помогают администрация, глава города Кирова, глава администрации. Это основные действующие лица, кто сегодня оказывает помощь и поддержку. БКХ Перескоков. А каким образом они поддержку оказывают? Ну, это поддержка и бюджетная в том числе, потому что сегодня ведь не только футбол, а ведь тут же и хоккей с мячом, и хоккей с шайбой. Ну, хоккей с шайбой там больше область. А баскетбол, волейбол, они поддерживаются силами администрации города. И за это, конечно, Владимиру Васильевичу нужно огромное спасибо сказать. А что касается внебюджетной поддержки, есть очень важный момент. Это переезд футбольной команды на стадион «Динамо». Это все-таки случится? Мы полагаем, что это случится, мы к этому идем, но уйти с главной арены и вообще уйти всегда проще, чем вернуться. На сегодняшний день достаточно много таких мелких нюансов, которые нам это сделать не позволяют. Мы продолжим разговор и по поводу как раз-таки переезда на стадион «Динамо», но после рекламы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке коммерческого банка «Хлынов». Продолжается «Дневной разворот». Светлана Занько, Александр Рассохин. И в гостях у нас вице-президент Кировского футбольного клуба «Динамо» Сергей Воронин. И у нас слушатель. Алло, здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Антон Касанов. Антон Касанов, конечно. Как же вы не признали? Антон. Здравствуйте. Добрый день, Антон. Задавайте свой вопрос. Да, у меня, значит, сентенции, вопрос. Вот я недавно побывал на последнем матче Кировского «Динамо» с «Волговым олимпийцем». И, честно говоря, меня поразили совершенно такие потрясающие печальные чувства, потому что развитие спорта – это один из приоритетов вообще государственной политики и политики правительства Кировской области. И как-то я не вижу вот со стороны, в том числе, Министерства спорта, общественности, каких-то, скажем так, печальных суждений насчет того, что команда занимает последнее место. И вообще результаты очень-очень печально. И, на мой взгляд, это же, ну, очень грустно, потому что действительно спорт номер один – это футбол. И в нашем городе есть какие-то позитивные моменты, но есть огромный отрицательный момент, то, что «Динамо», оно скатилось как бы в очень печальное состояние. Почему этот вопрос, по мнению Сергея, не имеет приоритетное направление? Ведь мы видим, что в нашем городе проводятся велопарады, проводятся какие-то открытия скейт-парков, еще какие-то виды спорта. Но футбол находится такое ощущение, что в последнее время на периферии. И второй вопрос, он носит чисто технический характер. Почему Сергей стадион в Новоевске не прибран? Почему на трибунах нельзя нормально сидеть, потому что все в грязи? Мне кажется, что этот вопрос намного более простой. Хотелось бы надеяться, что в следующем сезоне, если все-таки команда будет выступать на стадионе «Россия», ну, элементарно, может быть, прибрать стадион как-то из детей, из юношеской, из спортивной школы привлечь, там, элементарно протереть сиденья, потому что невозможно там просто сидеть, приходится покупать там какие-то пакеты, еще что-то. Но для этого вопрос достаточно просто решаем. Да, Антон, вот такой вопрос. Когда вы были на этом матче, о котором рассказываете, много ли там было болельщиков? Ну, на мой взгляд, там было просто катастрофически мало людей, то есть практически никого не было. Но я это связываю с тем, что не очень удобное время, начало матча, люди еще не успели вернуться с работы. И, конечно, это вопрос логистики, потому что когда команда играла на «Динамо» в центре города Кирова, людей приходило сюда достаточно много, даже на матче там дублирующих составов, третьей лиги. А здесь, да, стадион России очень долго добираться через пробки, и это, конечно, очень печально. Вот, поэтому хотелось бы надеяться, но, как уже было сегодня сказано, что в следующем сезоне команда переедет на свой исконный стадион, где она играла с 30-х годов. Может быть, родные стены помогут победить в большем количестве матчев и набрать немножко больше очков, чем в прошлом сезоне. В любом случае, хотелось бы пожелать команде... Связь портится, но если вы меня слышите, еще один вопрос, может, сейчас получится, Антон. Вы считаете, что команда «Динамо» должна остаться и должна финансироваться, и нужно добиваться, чтобы она оставалась в профессиональной лиге? Да, я считаю, что нужно приложить все усилия для того, чтобы команда осталась, чтобы она держалась на плаву, чтобы ребята играли, в том числе местные кадры. И это вопрос очень серьезный, то есть он требует более сложного рассмотрения большим кругом лиц, в том числе на уровне Министерства спорта. И а зачем, не должен, Антон? Наверное, один Сергей, а зачем, Антон, это нужно? Вот на данный момент, мы видим, людей мало, стадионы, собственно, не ремонтируются, средства из бюджета тянутся. Кому это нужно? Зачем? Я думаю, смысл в том, что футбол – это номер один спорт, и Кирове в том же работают спортшколы, дети занимаются, и в любом случае этот спорт должен развиваться. Без футбола никак нельзя. Спасибо.
Ну, разрешите, я Антону отвечу. Начну со второго вопроса, который он задал в части там приборки стадиона. Мы с собственником стадиона, с спортивной школой обсудим, постараемся найти возможности в части там портирки сидений и более качественной приборки. В этом проблем нет. А теперь, что касается его первого вопроса, который является ключевым и основным. Вообще, вот, Светлана, и тоже вам отвечу в части там нужен клуб, не нужен. Конечно, нужен. То есть те, кто занимается футболом, они прекрасно понимают, что дети, они же должны вырастать, они должны попадать во взрослые команды, должны попадать в профессиональный футбол. Потому что если профессиональной команды не будет, тогда куда им раститься? Я тут скепсис свой выражу. Тут у нас есть поклонник футбола, Саша, а я, значит, скептик. Сергей, когда у нас такой пример, как сборная России, и такой пример, извините, как команда «Динамо», то, собственно говоря, что говорить о детях, а не учиться у кого вот, будет. Вот именно поэтому разрешите продолжить отвечать на вопрос Антона, потому что он у себя на страничке достаточно хороший материал разместил после данного матча как раз, достаточно правильный материал разместил. И мы вообще выделяем последние годы вот 4 основных компонента в развитии клуба и в развитии футбола, потому что клуб – это вершина пирамиды развития футбола. Первое – это центральный стадион. Команда должна играть на «Динамо». Это позволит привлечь болельщиков, поклонников футбола. Это решит вопрос логистики, вопрос посещаемости, заинтересованности и, собственно говоря, возможно, привлечение партнеров на коммерческой основе. Потому что это конкретный интерес на сегодняшний день. Вкладываться в рекламу на стадионе «Россия» невыгодно. Давайте мы будем честны, что если мы переезжаем на стадион «Динамо», тогда это совершенно другой рекламный продукт. А сколько этот ваша работа на выселках длится уже? Потому что я помню, мы столько лет говорим о том, что... Достаточно много. Я уже тоже начал говорить, что уйти гораздо проще, чем вернуться. Есть много нюансов, которые это не позволяют. Второй момент, кроме центрального стадиона, учебно-тренировочная база. Учебно-тренировочная база клуба – это спортивный комплекс России, где команда тренируется и сейчас играет. Конечно, это на сегодняшний день единственное место, которое пригодно для качественной спортивной подготовки, в том числе молодых футболистов. Третий ключевой момент – это спортивная школа. Мы должны готовить молодых футболистов. На сегодняшний день достаточно тесное взаимодействие существует между футбольным клубом «Динамо» и спортивной школой номер 5. Также мы взаимодействуем с другими спортивными школами Кировской области. И последние 2 года, как минимум, мы очень целенаправленно работаем на подготовку именно наших молодых игроков. Вы говорите «последнее место». Да, но обратите внимание, в течение последнего сезона и там предпоследней весенней части сезона мы заявили за клуб 9 воспитанников наших спортивных школ. Проблема в чем? Дело в том, что эти игроки, как правило, проигрывают конкуренцию другим спортсменам такого же возраста, которые к нам приезжают. Что происходит? Значит, в период с 5 лет до 15 лет, когда ребята готовятся, значит, они не получают того объема знаний, умений и навыков, которые позволят им играть в дивизионе выше. Соответственно, показатели уровня наших детских футбольных школ. К сожалению, мы в последние там, годы достаточно... Точнее, мы уделяли внимание, конечно, но, понимаете, дело в том, что с 2005 года начали строиться искусственные футбольные поля в России, и регионы, которые, скажем так, более футбольные, которые обратили на это внимание, у них построено там по 20, по 30 полей искусственных. И в спортивных школах абсолютно другая подготовка идет. Это не значит, что мы плохо работаем. Это значит, что другие регионы просто начали работать гораздо быстрее. И мы естественным образом стали от них отставать. То есть у нас проблема-то не в том, что «Динамо» там плохо играет, да, а в том, что мы в Кировской области на сегодняшний день не можем обеспечить качественную спортивную подготовку наших ребят. И мы сейчас как раз пытаемся настроить такой механизм, такой принцип взаимодействия спортивных школ, там, футбольного клуба, для того, чтобы наши ребята попадали в основной состав, попадали в профессиональный футбол. Один из слоганов, который мы сейчас задаем, это «Динамо Киров, мы раскрываем талант». Вот у нас остается буквально несколько минут, и все-таки «Динамо» завершила сезон на последней строчке. Почему так произошло? Понятно, проблема системная в детском футболе.
Но все-таки, если перечислить причины, финансовые, еще что-то? Вы знаете, я вот финансовый блок оставил бы в стороне, потому что вот сейчас команда тренируется, достаточно высокий уровень мотивации, достаточно хорошо ребята работают, и полагаю, что мы все равно здесь финансовые какие-то аспекты, они все равно на второй план идут. Мы, можно сказать, отчасти искусственно ввели в состав наших молодых ребят. Мы хотим вкладывать в развитие футбола Кировской области. Мы хотим, чтобы наши ребята играли. Мы омолодились состав. Мы, скорее всего, сейчас надо посмотреть заявочку других команд. Но, скорее всего, мы будем самая молодая команда в зоне. То есть средний возраст футболистов у нас даже в конце прошлого сезона был 23 года. А сейчас, скорее всего, будет еще моложе. То есть, конечно, мы проигрываем конкуренцию другим регионам. Но мы клуб регионального значения, у нас огромная социальная значимость, ответственность перед регионом. А и... дальнейшее, то есть движение. Молодые ребята, следующий сезон, не получится ли, что он дублирует прошлый? Сделаны ли какие-то выводы, или это просто работа на перспективу, что через несколько лет эти ребята вырастут, и «Динамо» поднимется в турнирной таблице? Ряд кадровых вопросов, которые у нас были, которые мы внутри клуба видели, мы их уже на сегодняшний день решили. Мы полагаем, что эти ребята, они заиграют, и мы все равно будем выступать более качественно. Организовав процесс спортивной подготовки, мы будем выходить на новый уровень. И опять же, нужно переезжать на стадион «Динамо», к чему мы тоже прилагаем усилия. Это родные стены, это совершенно другой уровень мотивации. Это наши болельщики, которые будут приходить на стадион. Вот у меня два последних вопроса. Первый, какие планы на новый сезон и планки, которые вы ставите перед собой, цели для клуба? Вы имеете в виду спортивный результат? Спортивный результат, конечно. То есть это кубок и первенство. Значит, ну, в любом матче есть задача победить. Другой задачи не может быть. Но мы смотрим на вещи объективно. Конечно, хочется дойти там, хотя бы до 1/64 кубка и подняться там до 7-го места. То есть это две строчки. У нас 9 команд. До 7-го места хотелось бы подняться. И второй вопрос, касающийся как раз-таки стадиона «Динамо». Я просто вспоминаю, что я начал ходить на матчи «Динамо» лет в 7-9 и через несколько лет, может быть, лет года через 4, через 5, перестал. Я помню еще эти деревянные скамьи на стадионе, как приходили все с газетками, расстилали, садились, у входа сидели бабушки, которые продавали семечки, потом поставили пластиковое сиденье, и было людей немного, но они были. И понятно, об этом уже было сказано, что в навяз добираться неудобно, время неудобное, и денег за билеты нет. Переезд же, ну, как мне кажется, решит эти проблемы. Какие проблемы есть в переезде и когда все-таки планируется этот переезд уже осуществить? Значит, мы буквально вот на прошлой неделе провели совещание на эту тему с Кировской региональной организацией и спортивным обществом «Динамо». На сегодняшний день мы принципиально договорились по условиям, что очень важно, пользование стадионом. Мы договорились, каким образом у нас будет происходить исправление замечаний по сертификации стадиона. Сам договор по сертификации уже подписан, средства за саму сертификацию у нас оплачены. Ключевые моменты — это новое электронное табло. Это нужно сделать зоны замены игроков, небольшой ремонт в раздевалках. Нужно на трибунах посмотреть все вот эти сиденья и места проходов, чтобы там заменить сгнившие доски и прочее. Ряд других моментов по сертификации, которые тоже являются обязательными. А когда по срокам? Значит, мы договорились на сегодняшний день попытаться успеть к 13 августа. 13 августа в 16 часов у нас состоится финальный матч Кубка Кировской области на стадионе «Динамо». Мы этот матч рассматриваем как репетицию перед открытием. То есть к этому времени мы хотим успеть сделать максимально много замечаний, устранить данное замечание, чтобы посмотреть. А затраты на этот переезд известны? Сколько? Затраты у нас будут известны, полагаю, что через недельки полторы-две. Mm-hmm. Сейчас специалисты занимаются обсчетом смет на исправление замечаний. Хотя бы порядок цифр. Ну вот если взять там табло, то есть мы то, которое сегодня там одно из табло рассматриваем, оно стоит там 1 000 000 с небольшим, с установкой это будет, может, там 1 300 000 1 400 000. Можно, конечно, более дешевые варианты искать, но это, опять же, средний вариант. Я напомню, что через 13 дней, если не ошибаюсь, стартует сезон. 20
июля матч с Тольяттинской «Ладой», а 28 июля будет первый домашний матч с нижегородским «Олимпийцем», и 24 июля стартует 128-я кубка. Все, отпускаем гостя. Сергей Воронин, вице-президент Кировского футбольного клуба «Динамо». Сейчас у нас перерыв на рекламу, после чего история создания. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Спонсор викторины – завод «Вятич». История создания. 12.34 в Кирове, и это программа «История создания». В нашей студии Владимир Сметанин. На 4 минуты позже. На 2. Чем было запланировано. На 2. На 2. Ладно, да. Добрый день, не будем делить. Сертификат на 2000 рублей вы можете выиграть в этой викторине. Задам вопрос, вы звоните 211-101. Если отвечаете правильно, в этом случае вам приз данный и достается. Вы сегодня в календарь народный заглядывали? Какой сегодня день? Вот уж это у меня. Нет у вас такой привычки в народный календарь заглядывать? Ну, народный календарь — это общее название, есть, просто забиваешь в интернете. Расскажи, да. Что там. Сегодня день Ивана Купала. Ну, слушайте, забыли? День-то очень важный. Да, вот именно с ним будет связан сегодняшний вопрос. С днем Ивана Купала, праздник, который, как известно, уходит корнями в язычество. Отмечался он, конечно, не только на Вятке, но и повсеместно на Руси. И, кстати, ограничиваться рассказом только об Иване Купале не стоит, потому как минувший день, 6 июля, это день святой Аграфены. Или Аграфены Купальницы. И предстоящий Петров день, 12 июля, день почитания апостолов Петра и Павла. Это все звенья, так скажем, одной цепи. Это все один большой праздник для наших предков. Вот несколько дней, спустя полгода после Рождества, кстати. Ну, по порядку. Аграфена Купальница, вчерашний день. Купальницы Аграфену прозвали за то, что вечером 23 июня, по старому стилю, 6 июля по-новому, повсеместно начинали люди купаться. Главный смысл — это смыть, конечно, накопившиеся грехи. Обязательно нужно было сходить в баню, как следует попариться и помыться. И, кстати, именно в этот день было принято заготавливать веники на весь год. А еще на Аграфену люди собирали лечебные травы. Считалось, что именно сейчас, в этот момент, они обладают особой чудодейственной силой. Кстати, со сбором лечебных трав у меня была такая любопытная история. Я не очень продвинут в этом отношении. Моя супруга более продвинутая. Как-то у нас у ребенка заболело горло. Она говорит: сходи, набери ромашки. В деревне мы в это время находились. Ну, я что, пошел, нарвал любой. В поле ромашки. Все, что с белыми, да, лепесточками и желтыми. Приношу, на, что принес-то ты такое? Лечебная ромашка, она другая. Вы знаете, какая лечебная ромашка, чем она отличается? Она, ну, у нее бутон-то тот же самый практически, но вот у нее эта сердцевинка желтая, она выпирает, а ну, листья у нее, они похожи на хвою или на такой большой они сильно расчлененные. Большой такие, укроп, да. Такой. Вот, ну, пришлось второй раз идти собирать ромашку. А в это время еще кто-то считал, что можно найти что-то ценное. Например, клад. Или любовь. Да. Вот тут сразу приходит на ум, ну, помните, эту историю-то с детства, наверное, знаем, что в ночь на Ивана Купала якобы расцветает папоротник. Вот тоже сродни с кладом. А еще один обычай. В ночь с Аграфены на Иванов день мужики посылали своих жен поваляться, поперекатываться на ржаном поле, что должно было принести немалый урожай. Пошла баба в поле и давай кататься. Чего только не сделаешь. Да. А, немного интима. Девушки, помывшись в бане, представили, да? Попарившись, бросали веник через себя в реку. Если потонет, скоро помрешь. Зачем? Отличный гороскоп. Бросали веники и не в реку, причем с крыши бани. Если веник упадет вершиной к погосту, Опять скоро помрешь. Господи. А где-то направление упавшего веника указывало на то, с какой стороны к девушке жених приедет. Ну, вот это еще какая-то... И в какую сторону она, соответственно, отправится жить на правах хозяйки. Угу. Гадали барышни следующим образом. Они собирали 12 трав. В обязательном порядке нужно было собрать еще и чертополох, и папоротник. На ночь клали все это дело под подушку, чтобы приснился суженый. А можно было еще набрать цветов и в полночь положить их под подушку. Утром следовало проверить, набралось ли 12 разных цветов. Если набралось, то в этом году обязательно выйдешь
замуж. Еще одна интересная традиция. Слушай, девушки все внимательно, надеюсь, Володю сейчас слушали. Угу. Да? Они уже опоздали или еще можно сегодня какая-то это делать? Почему? Надо было вчера ночью делать или сегодня? Так-то, конечно, до восхода солнца, вот именно сегодня. А сегодня входило выходило оно куда-нибудь? Нет? Было дело. Вот еще одна такая интересная традиция. Взрослые замужние женщины в ночь, ну, вернее, рано утром на Иван Купала брали чистую скатерть и ковш. И с этим совсем они отправлялись на луг. Скатерть начинали таскать по мокрой траве, по мокрой от росы траве, а потом выжимали все это дело в ковш, умывались. Считалось, что это вода, она чудодейственная. А затем приносили еще немного воды в избу и кропили стены, дом, стены дома, пол, утварь, чтобы не водились клопы и тараканы. И чтобы нечисть в дом не заглядывала. Буду задавать вопрос. Еще одна особенность, еще одна традиция. До рассвета на Иван Купала нужно было еще собирать обязательно цветы Иван да Марья. Помните такие замечательные цветочки? Да? На одном стебле фиолетовый, по-моему, да, и желтый цветочек. Ну ладно. В общем, разноцветные они. Я сиреневый такой представляю себе цветочек. Да, и затем эти цветы Иван да Марья нужно было разложить в углы избы. Для чего? 211-101. Да. Цветы Иван да Марья нужно было собрать именно в эту ночь и разложить в углы дома. Для чего? Что это означало? Звоните 211-101, сертификат на 1000 рублей от компании «Вятич» вы можете выиграть уже прямо сейчас. Продолжаю рассказ о традициях этого дня. Кстати, кое-кто в Иванов день боялся купаться, опасались водяного, который вроде как тоже в этот день празднует день рождения, который терпеть не может, когда в его царство лезут люди. И мстит тем, кто, собственно, решил окунуться. Хватит за ноги. То есть купаться нельзя в этот день. Ну, кто-то, вот, кто-то верил, что нельзя. Хватит за ноги и ко дну, соответственно. Считалось, что на Иван Купала праздник и у ведьм. Якобы они берут пепел из праздничного костра, перемешивают его с водой, кипятят, а потом брызгают себя и летят куда хотят. Хошь в Турцию, не знаю, хошь в Крым. В Таиланд, хошь в Крым. Обливание водой на Иван Купала тоже распространенная забава. Обливали всякого встречного, поперечного. Разве что щадили детей малых и стариков. Особенно, конечно, тут отличались парни молодые, чтобы привлечь внимание понравившейся девушке. Подбежит, обольется. Ну и девушки тоже пытались не отстать. Зачастую обливали не простой водой, а водой со дна водоема. Ну, то есть с сылом, с грязью. Вот. Затем наигравшись, измазавшись в этом во всем, бежали на речку снова и купались. Есть у нас претендент, да? Алло. Слушаем вас. Алло. 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 Не молчите, да. Как вас зовут? Евгений Павлович. Евгений Павлович. Евгений Павлович. Что значит эта традиция, Евгений Павлович? Вот цветок Ивана и Марья, это считается цветком такой, ну, в общем, любви, дружбы и супружеской верности. Давайте ближе к теме. Для чего в углы раскладывали его? А вот, чтобы там сохранить, в общем, семейное, как бы там, ну, благополучие. Оберег семейного счастья. Нет, Евгений Павлович, к сожалению, неправильный ответ. Действительно, это оберег. Вот такое раскладывание цветов. Но оберег от чего? Вот так вот. Подсказка такая. 211-101. Звоните, пытайтесь еще. Далее продолжаю. Про обливание водой рассказал. Ну, костер, конечно. Костер, который жгли в ночь на Ивана Купала. Костер очищающий. Вокруг него плясали, через него прыгали. Кто удачнее и выше прыгнет, тот будет счастливее. Огонь очищает от всякой скверной плоти и духа, считали наши предки. А также огонь укрепляет чувства, поэтому прыгали парами. Еще один ответ. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Михаил. Михаил и Иван да Марья разложены в избах. В углу. Я думаю, от чего оберегают? Этот оберег защищал от пожара. От пожара. К сожалению, тоже неправильный вариант. Ждем еще звонков 211-101. Да, это оберег. Но оберег от чего? Ну вот представьте себе. Дом, изба, хозяйство. Вот чего еще боялись люди? Да и до сих пор боятся, естественно. Пожара, гостей. Пожара боялись. Боятся. Кого? Люди. Кого боятся? Гостей. Ну вот в правильном направлении. В правильном направлении мыслишь. Только каких гостей, надо уточнить. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут?
Меня Сергей зовут. Да, Сергей, ваш вариант, от чего оберегали эти цветы? Они, наверное, оберегали от злых, от злого воздействия. От злого воздействия? Конкретизируйте. Кто может меня зло... не услышали. Кто может зло воздействовать на дом? Кто? Барабашки всякие. Еще дадим вариант, да? То есть еще дадим возможность. Давайте еще... Нет, неправильный ответ, к сожалению. 211-1. В общем, в правильном направлении мы уже мыслим, барабашки. Но кто может воздействовать в негативном смысле на дом? Речь идет в данном случае не о каких-то мистических существах. Не о барабашках. О реальных людях вот идет сейчас, речь. Сейчас в списке будут вываливаться в эфир. Алло. Слушаем вас, да? Как вас зовут? Денис. Денис, ваш вариант. Для того, чтобы воры в дом. Не слышно вас, воры. Денис. Еще раз. Чтобы воры в дом. Вот, вот, абсолютно верно. Чтобы воры, чтобы не забрались в избу. Чтобы лихие люди, да, вот смотрите. Считали так наши предки. Если вложить в углы избы вот эти цветы, лихим людям, непрошенным гостям будет казаться, что брат с сестрой переговариваются между собой. И как будто это хозяин с хозяйкой разговаривает. Что то кто-то есть в доме. Да, слышит речь, значит, кто-то есть в доме, и, соответственно, не полезут туда ничего воровать. В общем, поздравляем нашего победителя. Сертификат на 1000 рублей достается именно вам. Ну, еще одна примета, я думаю, о которой многие слышали, еще немножко интима. Ребенок, которого родители зачали в ночь на Иван Купалы, считалось родиться здоровым, красивым и счастливым. А от себя добавлю, ребенок, зачатый именно в этот день, будет по знаку зодиака Овен. Так. В начале апреля, если все нормально, должен родиться. Да. Еще новость от нашего партнера. Спасибо, кстати, ему, компания «Вятич». Компания «Вятич» провела независимую экспертизу в НИИ питания на определение витаминов в знаменитом вятском квасе. Исследование показало, что в разных сортах кваса содержится разный набор витаминов. Например, в вятском квасе хлебном больше витаминов группы В. В вятском квасе для окрошки больше витамина С. А в вятском квасе домашнем преобладает витамин Е. Таким образом, вятский квас единственный, кто научно доказал содержание витаминов в составе кваса. Поистине, вятский квас здоровье спас. На этом викторина завершается. В следующий раз во вторник, 12 числа. Да, мы с Сашей прощаемся с вами, слушатели, а Володя Сметанин через 20 минут здесь, в этой студии, в программе «Особое мнение» с юристом Яном Чеботаревым. История создания.